Всем привет, я продолжаю вторую серию опустошенного. Я хочу отправиться сейчас с еще одним осколком для фляги, что вначале я его пропустил. Покажу, где он находится. Находится вот здесь. Здесь меня пробовать никто не будет. Кроме вот этого молодого рыцаря. Ладно. Он дает есть тоже типчики. Есть мановоды, циклотики. Так, с манохотника надо жить. Ну, картинка такая. Уже осколок. Осколков 5. Люблю тогда лучше ключи. Сюда заберу. Зеленый цвет. Останавливаю выносливость. Мяч. Загреб уже очень сильно убегать отсюда. А, понял. И будет проще. Вот я забрал. Заберу души и все. Я... Вроде лежал щит. Щит. Да. Можно сделать 6 даже к Сестусам. Питские тары. Осторожно там. Муси. Так, я урана покупать. Двигаемся дальше, поселение нежити. Да. Следующая локация — поселение нежити. Вон, где мы были,
одна дверь открылась. Типов можно перекатывать вот так. Раз. И все. Жит маленький кожаный щит. Но он парировать быстрее. Вроде как. Да не, вот этим быстрее. Да и он бесполезный. Падет. Будешь падать. Дружок, здесь кости вареты, здесь типчик. Для починки бесполезные, потому что мы садимся на костер, и у тебя все оружие восстанавливается. Кости вареты. Ну, вот там еще один осколок лежит. Выманивать можно бомбами, можно луком, которого у меня нету. Раз. Назад. Чего? Встала, пока она коснулась своих убить. Типа. Тоже парируется. Успела. Пошло. Здесь тоже скоро Кэстуса. Ну, так перекатывайся, поставь на все. Уголь. Засада, так называемая. Тоже звёвами парируется. Сколок как раз не надо было. Возвращаюсь. Качаем седьмую фляжку. Скинтары на 2. Осторожно, осколков. Можем чуть его подкачать, на ловкость. Вот. Проще. Есть души. Я их тратить не буду пока. Есть метки. Нужно нам 5 меток. Для завершения концовки. Они у нас появились после того, как мы погибали тут. Можно погибать в разных местах. Ну, быстрее сделать это в храме огня. Теперь у нас 7 фляжек. Вот
куртку. Покажу одного персонажа. Не помню, здесь можно будет открыть дверь или нет. Этот паренек опасный. Помню, открывается эта дверь или нет. Открывается. Да, отсюда я покажу. Надо сразу прыгать. Ребята, бомба. И там вот стоят. Еще одна ведьма. Костер. Здесь вот сидит персонаж. Пиромант. А, добро пожаловать в мою обитель. Я Корникс, старый пиромант. Ворон в клетке, так сказать. Так что же, встреча века. Слышал, из негорящих получаются хорошие сосуды. Почему бы не поучиться у старика пиромантии? Крайне мудро. Нельзя расточительно относиться к случайным знакомствам. А вот это лицо. Повторюсь, я Корникс из Великой Топи. Рад познакомиться. Все, он тоже идет романтия. Это топор за класс пиромантия. Какой-либо босс. Душа, там кольцо. Которое я тоже использовать не буду. Над огнем. Эй, дружок. Кольцо. Или вот атака огнем снижает поглощение урона. Никс мне пока не нужен. Я пока по дереву. Сначала туда должен был пройти, по сути, показать, но я срезал путь. Хочу показать, зачем мне нужна была белая ветвь. Я путь сократил, потому что я открыл тут конюшню эту. Это ведьма. Запустились.
самолет. О, друг. Чего? А. Надо пройти будет. Вон там стоит гигант. И вон туда. Вон туда. Вот близко. Уже прыжок. Вроде тоже осколок лежало. Раз. Вот здесь осколок лежал. Нет, не здесь. И там. Вот что. Сетра почва собирается потихоньку. Вот здесь тоже осколок был. Сколько? Три. Здесь надо забрать наточенный самоцвет. Улучшение скинтар. Ловкость. Это с чего надо взять уголь. То, что мы видели вот там, отсюда костер, где вот здесь, кажется, был он. Да, вот оттуда мы видели этот костер. Я вернулся, вот здесь ты сидит в башне. Не видно его сюда. Вот на той, на той вот башне находится гигант с луком, который кидает стрелы. Если у тебя нету белой ветви, он кидает стрелы в тебя. Вот он сидит на этой башне. Если у тебя есть белая ветвь, то ты с ним сможешь с друзьями подобрать здесь, но она не помогает. Это надо с чего подойти к нему туда, важно договориться с ним, а потом только хотя бы стрелять. А если взять дар, то не надо будет делать. Улучшает эффективность фляжек. Пузица. Сесть пепел. Здесь он находился. Вот все, что нам надо. Трильцет, который я могу показать, но не нужен. О, друг. Чего?
Огненный щит. Ну, получше даже, чем мой щит будет. По парированию. Чуть получше. Парирование такое же. Я убью дерево. И завершение серии. А до этого я схожу. Открою сначала вот эту дверь. Потом улучшусь. Качаюсь. Буду убивать дерево. Вот то, которое вон там стоит. Которое дает печь. Для улучшения оружия. Вообще не для улучшения оружия, а для оружия боссов, чтобы получить оружие с эстусом обычное. Или с эстусом 11. Если поставить вот такую, он тоже один становится. В обе как один становится, но я ее пока не пользуюсь. Повышаю левел 1 на выносливость. Делаю. Прощай. Чуть душ. Если убрать кто-то панель, она не будет сворачиваться. Да, если делать вот так. Делать вот так, она сворачивается. Прощай, пепел. Да светит пламя. Шесть сколько? Также собака. Собака. Рыцарь. Тоже так можно блочить, по сути. Еще одна. Спрыгнул ко мне. Вот здесь Цестус. Поход. Большая крыса. Воу, друг. Погоня дали на... А, упал все-таки. Ладно. Хотелось хитрить. Под конец она меня все равно словила. Ну, а теперь мы можем использовать Цестус. Это щита. Много эффективнее в плане парирования. Но меня защищает от ударов собак. Сначала вы зависли.
шорткат до этого костра. Сейчас пойду дерево убивать. Мало мне ломаться. Этого кольца у нас больше душ дает. Косточка возвращения, щит, благовоние и ковенант. Сесть. Скрытый проход сюда для убийства этого босса. Я решил туда не идти, потому что это не так важно для моего прохождения. Все, я улучшаю. Хочу поднять. У меня ловкость. Шан даем. Все-таки удалось найти транспозиционную печь. Конечно, удалось. Она, конечно, видала лучшие времена, но думаю, что сойдет. А теперь принеси мне оскверненную душу. Транспозиция — это искусство извлечения и сращивания квинтэссенции души. Когда проводишь транспозицию оскверненной души, ее подлинная сила переходит к тебе. Ты находишь повелителей и убиваешь их. Стоит ли теперь бояться небольшой транспозиции? Беру кольцо. Вот от гниющего дерева. Вот уже от гниющего дерева. Вот я два меча могу получить. И от Варта его, как вы помните, по-моему, молот. Вот так как вампиризм я бью.
Хоть пишет в атаках, но не снимает хп. Можно проверить тут. Не будет давать. Я знаю, куда можно пойти еще. Можно взять лук. Взять тоже осколок один. Тут. Смолу я не буду тратить. Вот. Хотя... Разгусток. Он быстренький. Достаю. Достаю. Все, оно мне закончилось. Ну да. Улучшить не могу. Все тогда. До новых встреч в следующей серии. Покажу, как наточить скелетары.